Перед нами железная дорога. Здесь такой парк, здесь много птиц. Там перевозятся. Сейчас снимаю следы, и мы так думаем, что это Мишка прошел недавно. Либо Мишка здесь где-то ходит прямо рядом с нами, либо Йети. Ну, здесь, кстати, очень много пуракан, а так вообще следы большие. Какая красота, нам сегодня солнышко помогает, красивые виды делают. Ну вот он куда-то в этом направлении шел. Посмотри, видишь, вот в этом направлении. И притом не один. И все следы в этом направлении. То есть куда-то в ту сторону пошел. Ну или вот тут, где-то рядышком с нами. Мишка. Уточки вон плавают. Вот туда куда-то такая речь. Или чушечка пошла маленькая. И здесь водится лосось. Вот здесь написано, что здесь водится лосось. Ну, наверное, речка наполняется, когда сюда заходит лосось. И вот такие птицы здесь водятся. Почему он такой большой? Вижу утку и без этих штук даже. А вон уточка.